Взятка. Скажите, пожалуйста, а что вы разговариваете по мобильному телефону? А, припарковаться не могу, да. Сказать, что по телефону запрещено общаться во время езды, поэтому 200 гривен и вы едете дальше. Нет, так как у нас протокола нет. Представься еще, чтобы девушка поняла. Инспектор взятка. Взятка его фамилия. Поэтому 200 гривен и вы едете дальше и все. Нет, мы вынуждены будем вас задержать. И СОХ вызовем еще. То, что вы разговаривали по телефону. Ну, так как у нас приграничная зона. Да. Адвокату нет. Так как у нас протокола представься нету, еще, чтобы девушка поняла. Инспектор взятка. Взятка его фамилия. Поэтому 200 гривен и вы едете дальше. И все. Нет, мы вынуждены будем вас задержать. И СОХ вызовем еще. За то, что вы разговаривали по телефону. Следственная оперативная группа. Ну еще вертолеты. Которые занимаются уголовными делами вообще. Ну, так как у нас приграничная зона. Да. Адвокату нет. Адвокату вы пока мест не будете звонить. Ну, я все-таки позвоню. Вы думаете? Ну, я думаю. Ну, вы знаете, есть законопроект 2695, который уже вступил в силу. И вы должны подчиняться только полицейскому. То, что он говорит, вы должны это делать. Если вы будете руки на руль положить. Руки вообще должны быть на руле. Насколько я вижу, вы это не выполнили. Это 185 статья КУПАПа. Неуголовная. Поэтому 200 гривен и вы едете дальше. Нет, я позвоню адвокату. Это дорого. Это будет, будем расценивать как злись, но не покору, 185 статья, мы вас будем вынуждены это. Хорошо. А вы вообще деньги даете полицейским? Мы ни разу не давали. Нет, не даю. А полицейских много вас оштрафовали? Много вообще у вас постановлений, протоколов? Два. Два. Вы давно за рулем? Это хорошо. Ладно. Это был социальный эксперимент. Денег ни в коем случае. Ни под каким предлогом. Я понимаю, вы сейчас растеряны. Вы не должны давать. Вас снимала скрытая камера. Вас снимала скрытая камера. Ну, не совсем скрытая. Да. Смотрите, знак установлен с нарушениями. Он как минимум должен быть на желтом фоне. Знак 341. Его можно игнорировать и не останавливаться. Не дай бог, там вам предъявят за него. Вы сами местные или вы проездом? Отдыхайте, да, и не дай бог там вам за него предъявят какое-то, ну, насчет постановления. Поэтому нужно подписаться обязательно на канал в Ютубе «Водос Харьков и Небайдужий», а также есть телеграм у вас? Конечно. Есть «Зор Харьков», «Зор Харьков», она все украинская. Здесь есть наши коллеги, которые будут приезжать помогать. А вот это вот в черной форме тоже ваши коллеги? А это наши подчиненные. Это ряженые. Которых мы воспитываем. Мы знаем, поэтому мы сюда специально приехали, чтобы... Да, вам счастливого пути и хорошего. Вот все. Спасибо. До свидания. До свидания. Давайте, майор. Давай еще фронт. Как раз и невидимого фронта будет. Остановка по кайфу. Остановка по кайфу. Аварийку что не включил, скажи, пожалуйста. Добрый день. Добрый. Инспектор взятка. Чего нарушаете правила дорожного движения? А зачем вы останавливаетесь на знаке? Он незаконно установленный. Ну вот видите, незнание закона не освобождает от ответственности. 200 гривен и поехали дальше. Иначе... Еще вы не включили аварийку. Это а, мы можем еще это обязательно. И дальше едете. 200 гривен и поехали. Уже поздно. Уже поздно. Братуха, 200 и поехали. Понимаете, что сейчас времена тяжелые, как бы. Сейчас новые правила, тем более. Чем больше нарушений, тем больше штрафы становятся. 200 гривен и как бы поехали. А?
Я вам потом все покажу и составлять материалы. Мы сейчас найдем кучу Знаете, изменения уже. 26.95, где тонировка лобового стекла запрещена. 200 гривен и поехали. В чем проблема? Лежать. Подождите. Смотри, знак установлен с нарушением, его можно игнорировать, потому что он как минимум на желтом фоне должен быть. Совместно? Можешь вообще не останавливаться на него. Никогда. Что тут, задрачивают? Задрачивают постоянно. Ну вот мы приехали их позадрачивать. Теперь мы их задрачиваем. Да. Молодцы, ребята. Смотри, здесь знаки установлены с нарушением, не по ГОСТу, и как минимум, но он должен быть на желтом фоне, временный знак. Ага, временный. Все, да, если тебе там предъявят что-то, что-то я остановился, не остановился. Ютуб-канал «Водос Харьков». Небайдужий громадянин и чат Телеграм «Надзор Харьков». Там много наших городов, везде есть сейчас активисты. Сейчас мы в Кириллово. А как вы сказали? Ютуб-канал «Водос Харьков». «Водос Харьков», да? Да. Хорошо, я запомнил. И чат Телеграм обязательно на «Надзор Харьков». Это в Телеграме. Там много чего интересного. 200 рублей. Все. Не дают, не дают. Счастливо. Денег не дают. Засомневался, уже было полез в карман, но засомневался. В подлинности полицейского. Да, 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 да. Отойди, пропусти его. Инспектор взятка. Так, ты не это мне, ты посмотри на. Сейчас денег не будет, я смотрю. Кучно пошел. А? Так, ладно, ребятки. Давай, удачи, счастливо. Это ты поставил автомобиль? Да, да. Про аварийку не забудь. Добрый день, инспектор взят. Чего вы хотите мороженого автомобиля? Знаешь? Конечно. Со вчерашнего дня уже нельзя. Вышел. Много изменений. Я не знал. За это штраф 500 гривен. Понять и простить можно. Не понял? 500 гривен. Можно 200. Штраф 500 гривен. Я можно 200 как бы и поехали. Мы дальше. У нас есть фото-видеофиксация, где молодой человек, управляя данным транспортным средством, кушал мороженое, отвлекался при этом на дорогу. Это прикол какой-то. Совершенно верно. Смотрите, знак установлен. Мы приехали сюда, чтобы воспитать вот эту вот молодежь, которая в черной форме стоит, которая смотрите, очень сильно кошмарит людей. Уже, когда останавливаетесь. Не остановку 3.41. Да, он... Вот мы, ну, мы пытаемся понять. Да. Людей кошмарит. Да, вы просто извините. Поэтому, чтобы этого не было, нужно обязательно подписаться на YouTube канал «Водос Харьков» и вступить в группу Телеграме «Надзор Харьков». Даня, счастливого пути. Давай быстрее, быстрее, быстрее. Включил? Добрый день. Добрый. Инспектор взятка. Да. Скажите, пожалуйста, да. А почему у вас такой грязный автомобиль? Потому что по Федотке по работе ездила. Вот сейчас буду ехать домой мыть. Вы знаете, что есть поверь. Законопроект новый вышел, 26.95. Угу. Его по всему радио, по телевизору доводили гражданам. Угу. Согласно 54 статье Конституции Украины. Угу. Вот. Поэтому вам нужно сейчас выйти и... Хотя бы вытереть передние... Потому что может и уголовная ответственность. Это еще может быть уголовная ответственность, потому что мы идем все-таки в Европу. Я не могу, не пугаю. Девушки уже до глаз уже написано. Ну или 200. Или 200. Или просто 200 гривен, и вы поехали дальше. Нет, спасибо. Почему? Потому что. Можно а почему вы руки не держите на руле, скажите, пожалуйста? Держу. А еще аварийку надо включать. Поле зору вони повинні бути. Ну, в поле зору. Ладно, девушка, не будем вас... Девушка, мило, не пугайтесь. Сильно. Я вас очень прошу, до будущего, никогда не останавливайтесь. А... Смотрите, вы видите, это фейк. Это не спектр. Как вы думаете, что мы нарушаем? Что они ничего не делают? Мы просто законодательство немного знаем, показываем, хотим вам показать, что не нужно останавливаться. Мы хотим показать вам обратную сторону. Конечно, везде будет. Смотрите, еще, знак кроме этот... этого, знак стоп-контроль. Вы тут закрыли он, уже, вот обратите 3.41 внимание. Он закрытый, видите, вот, вы местная? Нет. Да, смотрите, на будущее, если там будете где-то проезжать, он установлен незаконно. Он как минимум должен быть на желтом фоне, потому что вы знак временный.
вы его можете игнорировать. Ответственности за это нет. То, что он сказал, это полная чушь. Практически все. Серьезно вам говорю. Не, правда то, что нужно держать руки в полный взору. Это тоже. 26-95. Вот загулите. Спрашивайте всегда удостоверение, когда вас останавливают. Это в первую очередь, что должно быть. Включите, у вас одной не хватает регистратора. Не для Ютуба, не для чего. Именно для вас и для действий полицейского. Вы немножко испугались, да? Не, ну просто, во-первых, у вас как-то вот что вы там держите, я не пойму, как-то. Это живот он держит, пузо держит, просто чтобы не вываливалось. Здравствуйте, здравствуйте. Ладно, все, подписывайтесь на каналы. Ютуб канал Водос Харьков, Небайдужий, Витос Днепр. Да. И обязательно, у вас есть Телеграм? Угу. Телеграм есть? Да. Обязательно зайдите в группу «Надзор Харьков», подпишитесь сюда, там очень много городов. А потом оттуда не выйдите, придите, там ссылочка на Днепр есть в группу. Все, сейчас я удачи. До свидания. Все, до свидания. Проезжаем. Давай, деда. Они чекут. Не видят. И барышню. Деда отпускай. Да. Отпускай форт. Форт отпускай. Добрый день. Добрый. Инспектор взятка. Скажите, пожалуйста, а что вы нарушаете правила дорожного движения? А что я не так сделала? Вы разговариваете. Вы когда двигались, вы разговаривали по телефону. Есть фиксация. Есть фиксация. Смотрите, за это штраф 450 гривен. За 200 можем договориться. Ну, вы даете. Ну, вы знаете, что... Вы разговаривали по телефону, вы даете. Обычно 2695 в действии, понимаете? Мы берем. Вы читали вообще 2695? Да. Законопроект новый появился. 26. Просто какое такое чувство, что... Какое у вас чувство? Не знаю. А ну. Вы форму видите? Девушка, давайте, это... пожалуйста. Ладно, я, а он. Это... Инспектор взятка представился, все нормально, четко. Ну, смотри, полиция вот стоит. Ну я знаю, что там полиция стоит, да. Да, а перед вами лица не настоящие. Инспектор взятка. Нет, мы не издеваемся. Боже, сохрани. Можно я скажу, пожалуйста, дедушка? Понимаете, мы сейчас не прикалываемся над вами, ничего. Мы хотим просто вот примером типа, показать, что не нужно верить всем, кто в форме, понимаете? Разводилом. С той стороны мы знак закрыли. Как вы думаете, мы нарушаем какой-то закон? Это реальная полиция стоит тут. Ну, я знаю, что это реальная полиция. Это инспектор взят, мы же остановились ему. Ладно, у нас добрые, веселые, практики могут быть. Причем даже настоящие. Ну, как добрые? Это если 200 дадите, он будет добрый и веселый. И знак стоп этот, ну, неправильный. На самом деле это Водос Харьков, это Витос Днепр, я Небайдужий громадянин. Подписывайтесь на каналы, смотрите себя про социальные. Эти знаки незаконно установлены, мы закрыли, их можно игнорировать, и ответственности за них нет. Вы можете на него не останавливаться. Как и снимайте должен... на видео сюда, на желтом фоне. И первое, что спрашиваю, как удостоверение. И обязательно должен быть регистратор. Либо 200 рублей взятки. Еще минуту, и Микки Маус на окне. Все. Удачи, хорошей дороги. Ни гвоздя, ни жезла. А если жезл, то пятки. Теперь имя, но не деньги. Что, блин, ни хрена не заработали бы. Друзья, мы наконец-то приехали в ваш город. И город под названием Кирилловка. Мы совмещаем приятное с полезным. И одновременно проводим социальные эксперименты по поводу знака 341. Да. Это мой новый имидж. Это предусмотрено законом о милиции. Да. А где табельное пиво? Есть, все, все есть. Вот, это наши подчиненные, покажи крупным кадром. Вот, это наши подчиненные, наши воспитанники. Мы на Комов фамилии приехали, в нашем ходе. Да. Шкода. Это бесплатная закону. Реклама автопарка еще. Они нам проплатили за это. Поэтому, друзья. Знаки без нас работать не должны, правильно? Нет, конечно. У нас это запатентованная торговая марка. Друзья, поэтому что вам нужно сделать? Обязательно подписаться всего лишь на три канала. Сейчас покажу, какие. И выполнять дальше. Я расскажу, покажу, что. Сейчас я сниму. Один вот минут. Так, вот так. Вот это касается полицейских. А вот, вот это должен каждый знать. Что ты скажешь? Да что хочу вам, мои родные, сказать. Вам максимально нужно много работать над собой, а именно учить,
еще раз учить, как товарищ Ленин говорил. Вот тут нечего написать слово «аренда», но если что, обращайтесь, ссылочка будет внизу в описании. Правильно говорю? Как-то так.